Еще один кандидат на выборах. ЦИК официально зарегистрировал партию «Демократия дома». Члены комиссии приняли решение единогласно. В избирательном бюллетене формирование будет идти под 11-м номером. В списке кандидатов «Демократии дома» 101 человек. В первую пятерку вошли лидер формирования Василий Костюк, его заместитель Анна Цуркан-Абарок, адвокат Ион Дрон, мэр села Русештиной Валентина Мишина и экономист Сергей Чебан. До сих пор ЦИК зарегистрировал 11 избирательных конкурентов. Документы еще 6 претендентов на рассмотрение.